Здравствуйте, я Михаил Шилов, я врач, хирург, ортопед, травматолог и мануальный терапевт. Я мастер спорта России, я занимаюсь боевыми искусствами более 25 лет. И я рад представить вам первый видеокурс из серии «Стальные руки». Пальцы, запястья и пястья. В серию «Стальные руки» также входит еще один видеокурс «Лучезапястный сустав и предплечье». Курсы серии «Стальные руки» направлены прежде всего на адептов боевых искусств любых направлений, как ударных, так и борцовских. Эти курсы решают три задачи. Задача номер один – это формирование из собственных рук оружия. Задача номер два – это профилактика спортивных травм, а также профессиональных спортивных заболеваний. Задача номер три – это реабилитация и лечение травм. Курсы серии «Стальные руки» абсолютно полезны спортсменам любых направлений, а также людям, которые спортом не занимаются вообще. Я уверен, что этот видеокурс будет вам очень полезен. Удачи!